Решил как-то царь променаду ради глянуть, что в его иных владениях происходит. Да на мастеров-умельцев, что скрепы точают, подивиться. А мастеров антих у его тьма. Хочь в турму сажай, хочь сразу в думу. Усохни, моя душенька, что ж за красота-то така? Ноутбуки да смартфоны под хохлому расписываю в рамках импортозащемления, чтоб за место поганого контенту с дурным вкусом был такой контент, чтоб прям аминины. Что, мил человек, рядишь да белыми нитками шьешь? Новое дело Навальному, господин император. А еще экстремистский костюм, робу с номером и карманами вышиваю. Крестиком да лефортиком. Тонкая работа и для государства страх кака полезная. Чего долбите, кузнецы молодцы? Левши мы! Блоху немецкую подковы вам! Не насмерть, конечно, но кадриль не затанцует. Спасибо, родненькая! А ты, мил человек, чем занят? Головы террористов режу, да. Как же ты один управляешься? А чему один-то? У меня много силовиков-помощников. Молодец. Сказал, как отрезал. Красота кака! Можно днями любоваться. Возьму-ка парочку. Внесу на рассмотрение в комиссию по этике да эстетике. Все для вас. Все для людей. Вот вам Раша, вот Тудей. О чем вещаете? Чем народ угощаете? Студень мозгов, сбитень с толку. А вот щи круглосуточные, барматуха в кадре. Кулебяки и збяки, расстегай вражеских штанов. Народ ест да нахваливает, причем вас, ваше велико. Ну-ка и я спробую. Спасибо, родненькая. Не за что, иногородненькая. Эку мы сказочную страну зафигачили. Прям живи, да радуйся, что не посадили. По что ж никто, окромя меня, не восхищается, а? Как приедет кака шишка с Парижу, так токма с нравоучениями. А скоро и вообще приезжать перестанут. Так давай сами еще разок пройдемся, да восхитимся. А вы по что вылупились? Представление окончено. Давай занавес! Железный? А то. Спасибо, родненькая! Несмотря на развернутую атмосферу оголтелой русофобии, призываю вас подписаться на заповедник и поставить лайк. Вы что, Сергей Викторович? Двойные стандарты, Маша. Я тебе потом объясню.